Точка отрыва на открытом чемпионате России по фридайвингу имени Натальи Молчановой. За что мы любим фридайвинг? За то, что он расширяет пределы наших возможностей. Поэтому здесь надо следить, восхищаться вот теми границами, которые раздвигают чемпионы наши. Ты находишься в воде с задержкой дыхания. Надо собраться, надо сейчас включиться и быть готовым к тому, что ты долго сейчас дельфин. Для того, чтобы вот столько не дышать, нужно упорно тренироваться. Люди, которые упорно тренируются, достигают многого, в том числе и во фридайвинге. Эпицентр экстрима. 9 июня в 20:50. Только на телеканале «Точка отрыва».